В это воскресенье в Нур-Султане пройдет одна из престижных гонок по триатлону Ironman. Испытывать свои силы в столице Казахстана будут более 1400 атлетов из разных стран. Среди них те, кто ранее выступал на профессиональном уровне, но большая часть – любители. Продолжение темы у Ларисы Гречихиной. Ironman 70.3, или как ее еще называют, полужелезная гонка, столица Казахстана принимает во второй раз. В Нур-Султан приехали атлеты из 50 стран. Конечно, самая многочисленная группа – казахстанцы, порядка 900 человек, еще 300 любителей – россияне. Кыргызстанцев и узбекистанцев по 20. Причем, занимательный факт, в прошлом году представителей этих стран было только двое. А это говорит о том, что популярность гонки в столице нашего государства растет. Солнечная погода, которая стоит последние несколько дней в Астане, и мы добавили крем от загара, и каждому атлету мы будем наносить спреем крем от загара, спрей от загара, и это тоже своего рода вроде как не обязательная часть, но это же комфортно, согласитесь. Или же, допустим, лед, мы сейчас заготавливаем лед и хотим подготовить специальные ванны со льдом для того, чтобы после финиша человек мог окунуться. Ну, уже знаете, такие вещи, без которых, в принципе, прожить можно, но они дадут какие-то определенные вкусовые качества. Помимо любителей на старт выйдут и 22 спортсмена категории «Про». Среди них и легендарный Тим Дон, рекордсмен и многократный победитель Ironman. По приезду в Нур-Султан он ознакомился с трассой в триатлон-парке, с чем и поделился со своими подписчиками в личном инстаграм-аккаунте. К слову, организаторы ждут новый мировой рекорд. Действующий на подобной дистанции составляет 3 часа 29 минут. А вот 32-летняя мама троих детей Диана Кадырбаева на рекорд пока не претендует. Это будет ее первый Ironman. Мы много путешествуем, и вот мы попали на самую главную гонку на Гавайях. После этого я не смогла уже себя сдерживать. Приехала и сразу пошла в бассейн тренироваться. И так пошло-поехало. Теперь несколько стартов было наших, местных, казахстанских. Теперь вот Ironman. Я не могла пропустить это событие. Если полный Ironman железную дистанцию проводят с 1978 года, то половину начали с 2005. Атлетам нужно будет проплыть около 2 километра, проехать на велосипеде 90 и пробежать половину марафона, чуть более 21 километра. Старт участников назначен на 6:50 утра. На территории экспоцентра будет представлена спортивная продукция разных брендов, будут представлены производители питания спортивного, производители наших казахстанских каких-то товаров, которые могут быть использованы в спорте. Также на территории экспо будет расположена регистрационная зона, плюс представлен официальный мерчендайзинг. Мерчендайзинг – это одежда, которая брендированная логотипом Ironman, которая продается по всему миру, и мы ее тоже представили здесь. Организаторы гонки призывают жителей и гостей столицы заранее планировать свои маршруты, так как уже с 3 часов ночи будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Бауржана Мамушилы, улицам Сарайшик, Макатаева, мосту Марал. Среди участников гонки будет разыграно 40 слотов на чемпионат мира 2020 года на аналогичной дистанции, который пройдет в Новой Зеландии. Лариса Гречихина, Ермек Кеншимбек, Хабар 24.